Здорово! Родительское собрание! Погнали! Я не понимаю, ну для чего так много уроков? Мы и так загружаем наших детей. Ну возьмем, к примеру, историю. Но она же каждый раз меняется. Ну, вчера Ленин хороший, сегодня плохой, а? Друзья, давайте поедем в Альпы, а? На великах, зимой, через Монголию! Лучше было. Меня уже в 8 классе, между прочим, трудовик курить научил. У меня ребенок постоянно жалуется, что его плохо кормят. Я, значит, знаю, что он тут поел, дома ничего не готовлю, а он приходит голодный. Это как так? Бедный ребенок. Да. Да на собрание я на этом дебильном. Да не слушаю я их, не знаю о чем. Давай по делу, а? Че там? Ну я предлагаю в классе поставить какой-нибудь маломальский кондюр, а? Ну скинемся по десятке, никого же не задают, ну. Значит, у меня один вопрос. Почему у моего сына все время два по поведению? Ну вы же сильнее его, ну ударьте его под дых, ну все поймет сразу. Ну проверено, да? Извините, вы не в курсе, здесь Сидоров учится, что-то я ничего не понимаю. Не могу знать, не нарушайте дисциплину. Извините. Раньше выходили со школы готовые к жизни люди. Кто спился, кто скурился, кто родил, кто в тюрьму сел. А сейчас? Идея. А давайте соберемся на выходных, но пока теплые деньки, и поработаем землей. Подадим детям пример, а? У меня есть дача, картошку я еще не собрал, работы много, а? Ну классная идея, вы что, кто за? Ну, для чего нам английский язык, а? Ну мы и так нагружаем детей, ну поймите. Ну и так скоро все будут разговаривать на русском. Ну к чему это английский, я не пойму, честно. Ну давайте наймем в школу нормальную security, человек 10. Скинем себе на ЗП под... Он максимум 3 часа сидит за уроками. Я захожу к нему в комнату, а он уже спит. И это в 3 часа ночи, а? Родители Ивана здесь? А? Родители Ивана. Чё, Иван, сейчас я узнаю, секундочку. Дорогая, у нас Иван? Да, мы здесь, я здесь. Да он у меня уже в 2 часа дома. Я раньше со школы в 10 вечера приходил. Ну где я уж там шатался, это другие вопросы. Но тем не менее, был же занят, а? А сейчас что? И постоянно голодный. Я говорю, ты бери в школу добавку, ты что ко мне вяжешься? А он говорит, нельзя, не дают. Это как так, а? Ребята, еще долго вообще это собрание? Давайте я распишусь, где нужно, и все, и пойду. У меня очень много работы, ребят. А собрать металлолом, а? Ну это совсем не сложно. После выходных собираемся возле моего гаража и все оттуда выносим. А на собранные таким образом деньги можно поставить кому-нибудь пластиковые окна. Мне, например, у меня нет. А? Ребят! ОБЖ. Бесполезный предмет, я считаю. Ну это, что это такое, а? Ну пожар потуши, себя защити, наводнение преодолей. Может быть они еще роды принимать начнут, а? Ну или маньяков ловить, в конце концов. Ну разве этого вы желаете нашим детям, а? Извините, а что, 9 класс уже? Так точно. Ха, мы уже в 9, что ли? Растет. Знаешь, еще один вопрос. Где моего сына остальные двойки? А везде отлично. Предлагаю раз в неделю ставить ему двойку, хотя бы по любому предмету для профилактики. Ну, чтоб я упорол. Спасибо. Ни разу со школы не принес еды. Я у него корки хлеба в портфеле не нашла. Это все сама себе готовлю, это... Как так? Да можете маленечко помолчать, ну ребята, ну давайте потише, совесть имейте. Ну у меня сделка срывается. Алло, да. Двушку бери. Ну а на Новый год я предлагаю детей свозить в Диснейленд. Не в американский, а во Францию. Там по 50 тысяч никого не задают, да? А чё, куда все собрались-то, уважаемые? Чаепития не будет, что ли? Я чё сюда пришла-то, ну это как так-то, а? Видео, ставь Луи Си Кей, переходи в группу ВКонтакте. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, какой вам типаж больше всего понравился. Пишите, может быть, какой-нибудь забыли. И спасибо за идею нашим подписчикам. Ну все, мужики, пока!